9. На Б2 6 поведешь? Давай сам. 1-0-7. Взлет запрещаю. 1-0-7. Ты видишь, даже радиосанкцию на позиции. Это маза в работе. Подход по схеме. На 300 подавление. Ну точно они везде будут. Хорошо. 9-6. За вами Су-160, и вы так что в схеме. На 300 по давлению, 7-6-0. Внимание, группа, взлет попарно с интервалом 15 секунд. По ветру, Костя, расскажешь потом, куда. На полосу 391, наблюдаю. Вот Анна ТРО, большую группу воздушных целей. Двигаются с северо-запада в нашу сторону, в сторону неба. Вижу противника азимут от меня 297, 74 мили, 31 тысяча. Подтверждаю, тоже вижу, буду работать. Еще один входит. Вижу. Я 271, мы попробуем их достать, но нас тут хок облучает уже справа. А меня патриот, давай. Блэк, ты видишь противника на радаре? Нет, сканирую, но есть рэп на радаре. Вы скоро войдете в зону поражения этих патриотов. Сопровождаю одного в режиме ТВФ. Предлагаю оттянуться обратно. Блэк, пошли правым. Если не сможем по этим отработать, отвернем на 90. 9-1. Я сопровождаю кого-то из этой же группы. Я удаляю. Пропали оба с радара, подворачиваем, блядь. Они применяют рэп. АКМ пустил. Двое противодействуют рядом. Потерял с тобой визуально. Есть один, разрешите захват. Айдел. 2-7-0, работай самостоятельно. Вот сейчас немножко по тормозам чуть-чуть, я впереди, да, уже есть риск, это я. Остановись, пожалуйста. Удаление 20. Да, 15, братья. Слушай, там что-то я эвиджеров не вижу на этих точках. Работай, я слишком близко подошел, отворачиваю на обратный. Движение продолжаю. Попробую сбросить слева, отвернуться, смотри, пуск на земле. Пуск земли.
Добро пожаловать на землю. Джек ушел обратно. Два семь один пустил. Пустил вторую. Одну пятнашку сбил. Джек, докладываю. Убежать удалось. А, убегаю. Остаток. 8000 ровно. Двадцать пятая, ты чего стоишь? Двигатель гаси. Я понял, я тогда вырулю левее тебя и на взлет. Так, Константин, куда, в какой квадрат мне прибыть, чтобы тебя перевести? На Кимовке, 9-я полоса занята на взлет. Блэк, набирай 30 тысяч, я сейчас отработаю и подойду к тебе. Набираю. Семь один пустил. 276 отход на Синаки Холл. Пустил по прохи. Сбил 16-й, ухожу. Имею, сопровождаю. Разрешите работать. Работай, работай. Уходи домой, хорошо. Тут у меня 4 света. У меня самого последний таковой вылет. Но он вижу, зараза, близко подожди. Сопровождаю, спасибо. Два семь семь в канале. В канале. Все, пустил. Ладно.
частоту. Я нас на частоте 9.0. Что, убил еще одного? Один у меня здесь. В районе Сухуми активная ЗРК обнаружена. Только на Гудауте осталось. Мне бы пополняться. Так, вижу пуск к земле. На 9. 1.08. Сруливайте на стоянку. По высотной цели какой-то. Синаки полосы для посадки используют. Выполняю. Загадончик, загадончик, полоса занята, загадончик. Аварийная посадка вижу. На Синаки полосы. Вижу, что полоса занята, делаю круг. Очень хорошо. Куда атака, истребитель вражеский. На Сухуми. Полос возврата 115, удаление 60. Отходите, помощи в истребителях нет, скорее всего. Все, Наки, аварийную посадку завершила, полоса свободна. Всю правду сказал, по факту. Z-11 в небе? Нет, сбили. Я на аэродроме заряжаюсь. Предлагаю начать снижаться. Тангажом 5-7. Еще один пуск ПВО нашего аэродрома. Ну что, давай тогда доворачиваем сейчас на 9. Два, семь, шесть, заправлен, подвешен, готов к взлету. 277, готов к взлету. Так, они же там левым, да, отходят обычно. 270, давай вот выполняем, сейчас пара взлетает. Давай это. На Сухуми аэродроме доложите, пожалуйста, обстановку. На 90 выводим, будет посадочный. Я, знаешь, Кость, честно, опасаюсь парой садиться, но боюсь просто, что у меня не хватит это чувство. Я понял, отойду подальше. Не парой там, по одному как-то. Кохи, Синаки, трафик. Пара 15-х садится, будьте внимательны. Понял, как это попало.
А сколько у него посадочная скорость? Не знаю точно, потому что это в районе 140. Воздушный тормоз на какой кнопке подъехал? У меня вроде как запинжено, но что-то проблемы какие-то походу. Тебе сдвигают. Живой. А что, его юзом повело, что ли? Да, живой. Капец, чувствую.